Угроза селя в Алматы. Выброс случился на реке Каргалинка. Ситуация под контролем акима южной столицы Казахстана Бакыджана Сагентаева. Подробности расскажет наш корреспондент Максим Козлов. Он выходит с нами на прямую связь. Максим, здравствуйте, вам слово. Олеся, добрый день. Жители Алматы едва успели отдохнуть от изнурительной жары и дыма лесных пожаров. И вот новый удар стихии. Сегодня около 6 часов утра по местному времени сошел селевой поток в верхнем районе города. После двухмесячной 40-градусной жары произошло подтаивание ледников. Из-за этого переполнились высокогорные озера. По словам спасателей, они постоянно мониторят уровень воды в них. А неделю назад они уже откачивали ее из водоемов. Однако схода селевого потока избежать все-таки не удалось. Сейчас по всему руслу реки работают спецслужбы. Превентивные меры по данному озеру принимались. Надо сказать, что заранее мы провели ревизию и были определены 8 участков, где возможно, значит, подтопление в случае селевого выброса. Была сформирована группировка сил и средств. Значит, группировка составляет из 59 единиц техники, инженерной техники различные, это экскаваторы, бульдозеры, значит, самосвалы, а также 216 человек, значит, состав в группировку эту входит. В настоящее время вся эта группировка находится уже по определенным местам. Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Работу контролирует лично аким Алматы Бакыджан Сагентаев. Спасатели бросили все силы на предупреждение последствий, таких как в 2015 году. Тогда, например, поток был в разы сильнее, и он буквально смыл один из районов города. Сейчас ситуация под контролем. Олеся. Спасибо, Максим. Наш корреспондент Максим Козлов об угрозе схода селя в Алматы.